Люси, что будем делать с этим воришкой? Мы с Люсей кого хочешь подстрелим. Мужчину, женщину, ребенка. А бродяг вроде тебя, тем более. Смотри, как дряпает. Старый псих. Вот и он. Единственный дом, который я знал. Мама, наверное, ужин готовит. Печет пирожки, варит похлебку. Я почти чувствую... Томас! Оставь ее в покое, урод! Слышишь? Я убью тебя! О, Господи! В этот день субботний, в пустой церкви, я взываю к тебе. Что мне делать, чтобы не потерять веру в людей этого города? Молю тебя, Господи, дай мне силу, чтобы наставить этих грешников на путь истинный. Прошлой кошмарной ночью демоны моего прошлого пришли ко мне. Что ты хочешь сказать мне, Господи? Что жители Хоупа не сходят во тьму, как я когда-то запутал? Как печально, что сограждане ваши предпочитают плотские утехи духовному спасению, что можно обрести в храме сем. В Туне говорил голос с неба о блуднице Вавилонской. «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». А что они здесь получат? Морали? Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на проповеди всяких надутых ханжей. По стакану за счет заведения каждому! Кто сейчас пойдет за мной в мой салон? Клайд Форестер, ты затем сюда пришел? Как ты смеешь совращать мою паству с пути истинного? Если бы не я, ты бы без работы остался, падре. Кого тебе спасать? Если я никого не иск... Довольно, подлый змей! Изыди из глаз моих! Слушай, ты, преподобный, я все про тебя знаю, ты не лучше... Вон из святого храма! Се гряду скоро, возгласил Господь, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Падре, преподобный Рэй, на ферме вашего брата стреляют! Что? Этому ублюдку гореть в аду! Били в городе! Я видел его в салуне! Я
И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. Какою мерою мерите, такою отмеренно будет вам и прибавлено будет вам. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. Сокровища ацтеков? Билли, что ты натворил? Билли! Билли! Убийца! Вот он! Стой! Вернись! Билли! Билли, что ты натворил, мальчик? Во имя Господа, что ты натворил? Пойду-ка я за Тимом. Как гиены. У них нет ничего святого. Хуже собак. Что вы делаете? У вас что, стыда нет? Ваше преподобие, тут стреляли. Надо позвать шерифа. А ты? Как ты смеешь обирать мертвых? А им-то их добро теперь зачем? Да и вообще тут полгорода будет через минуту. Вон отсюда! Вон или богом ладно, клянусь! Ладно, я уйду, конечно. Но я еще вернусь! Вон! Вон отсюда! И что? В ад меня отправишь? Клайд говорит, ты никакой не праведник. Он говорит... Довольно!
Я тебе сейчас покажу. Рожу захотел. Чёртов святоша. Двадцать лет я нес людям свет и боролся с тьмой. День за днем я трудился, спасая заблудшие души. Все для тебя, Господи! Так почему? Почему ты оставил меня? Как ты мог допустить такое? Помоги мне, Господи! Умоляю, скажи мне, что ты от меня хочешь? Этот незаконный ребенок с рождения был тяжким бременем на земле. Лодырь и трус. Как он посмел оборвать жизнь праведного человека, моего брата? Если бы я мог, я бы убил его. Господи, ты этого хочешь от меня? Стать мечом твоим? 20 лет я нес слово твое волкам и гиенам, но вдруг есть среди них те, кого не исправить. Ты это хочешь сказать мне, Господи, уничтожить тех, кого нельзя спасти? Если ты этого хочешь, то я так и поступлю во славу твою. И совершу над ними великое мщение, Время вспомнить о верных товарищах моей юности. Двадцать лет я не видел этих стволов. Сколько жизни они забрали. Но на этот раз они не будут орудиями сатаны. На этот раз нас поведет свет Господень. Что вы затеяли, ваше преподобие? Я иду за Билли. Вы не закон, Рей. Пусть этим займется правосудие. Я представляю высший закон. Закон Господень. Рей, послушайте. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам. Идите и вылейте 7 чаш гнева Божия на землю. Рей, вы сошли с ума. Вы никуда не пойдете. Отдайте мне так-то, оружие. Так-то, запри его в кутузку, Тим. Да он давайте, довольно! Я вас всех посажу, если вы сейчас же не заткнетесь. Отдайте мне оружие, пастор. Не заставляй. Нет! О, Боже! Они убили! А вне псы, чародеи и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Что теперь, падре?
Твой старик помер. Тебе, наверное, одиноко, дамочка. Святой отец, помогите! Миссис Пауэлл? Миссис Пауэлл! Ваше преподобие, зачем вы их так разозлили? Они сорвались и убили моего Тима. Они идут к тюрьме, чтобы освободить своих дружков и захватить оружие. Возьмите этот ключ. Теперь, когда Тима больше нет, вы наш единственный шанс. Нет. Умри, собака! Кто этот парень? Я тебя прикончу!
теперь, падре? Ты всегда нам попробовать не хочешь? А! Убить его! Убить его! Умри, собака! Молись, проповедник! Желтобрюхий трус!
Ты мертвец! Я знал, этот день придет, падре, когда весь город увидит, какой ты на самом деле. Думаешь, ты лучше меня? Мы две стороны одной медали, Рэй. Я рад, что ты наконец здесь, потому что ты последний раз перешел мне дорогу. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. Я тебя прикончу! Эй, лови!